Слухайте, а я зовсім не шкодую, що я рано встаю, тому що якби я не прийшла сюди раненько, я б не зустріла ось тут уже у нас гостю. Анна Аралова до нас прийшла, персональний стиліст. От бачите, ми вже такі переодягнені. Просто, ну, видно, що стиліст з нами вже попрацював. Доброго раночку, Анна. Доброго раночку. Доброго раночку. А у нас ще тут ще одна гостя. Це Філі, це невід'ємна частина стиліста Ані, наскільки ми знаємо. Так, да, тому що шкіряний талісман. Талісманчик Фібі. Ну що, Анечка, давай почнемо. Дивись, да, коли до нас приходять творчі гості, ми зразу починаємо з такого коротенького бліца. Добре, як скажете. Поїхали, Катюш. Так, Анна Аралова – це? Можна двома-трьома словами. Стиліст, творча особа, видумщиця, воздухоплаватель. Фантазерка. Фантазерка. Добре. Аня, а що тобі більше подобається? Активний відпочинок чи релакс? Ввиду того, що у мене, вибачте, я перейду на російську мову, ввиду того, що у мене дуже активна робота, зв'язана з людьми і постійне движення, я, звісно, предпочитаю релакс, відпуск, віддих, релакс. Ну, тобто краще на пляжі полежати, да, чим на лижах? Два дні на пляжі і півтора дня на лижах, приблизно так. Ага, от такі геометричні пропорції, так? Так. А от тоді у житті більше у тебе емоції чи поміркованість? Я стараюсь балансувати, но да, я дуже емоціональний чоловік. Емоційний. Да, я емоціональний чоловік. Ну, творчі люди не емоційні, це взагалі, ну, дуже рідко таке трапляється. Це правда. Це унікуми. Там попереду йдуть емоції, а вже потім все є. Так. Є таке, да. Так, розкажи, будь ласка, коли Аня Аралова закохана, яка вона? Легка. Закохана, ти маєш в виду по житті чи в якусь особь? А давай і так, і так. По житті, давай. По житті, коли я закохана по житті, я легка, свободна, наверное, повна енергії і щаслива. Так, а коли ти закохана в протилежну стать? В протилежну стать? Все точно так же, только у мене ще язик любви, подарки. Люблю много дарити подарки. Ой, як же ж пощастить тому, в кого закохається Аня. Як же ж пощастить. Обдарований просто буде. Ну, кому там привіт передати? До речі, Анечка, от найбільше у людях що ти цінуєш? Это чесність, правда. Чесність. Чесність. Это самое для мене главное в житті і в комунікації з людьми. Що би то ні було, я вважаю, що в кожній ситуації должна бути правда і все должно бути чесно. Ну, я підтримую, чесність – це дуже важливо. Так, що найбільше дратує в людях? Когда люди опаздывают. Как, извините? Непунктуальність. Я прошу вибачення. Да, это очень меня раздражает, потому что я ценю свое время и считаю, что время – это тот ресурс, который мы никогда не сможем ни за какие деньги купить. Вот. И когда кто-то опаздывает, я считаю, что этот человек ворует мое время, да, мой ресурс, соответственно, мои доходы. Коли ты счастлива? В какие моменты? В какие миті? Если не касается это бизнеса и работы, тогда я счастлива со своей семьей, со своими друзьями, подругами. Может быть, это звучит очень банально, но это так и есть, с близким человеком. Даже если это face-to-face, даже если это гречка с котлетами дома на полу. О, романтика такая, гречка, котлеты дома, романтична такая, и свечки. Да, условность. Это я вам условно, очень абстрактно, как фантазер говорю, но для меня тогда я счастлива, да. А как начинается день стилиста? Персонального стиліста. Персонального стиліста, який працює непосредственно з клієнтом, да? Ти це маєш в виду? День починається обов'язково з чашки кофе і прогулки з цією жінкою. Это обязательный атрибут. Все гигиенические нормы проходятся. Я собираюсь, стилист собирается.
одевается. Как правило, у нас встречи с клиентами в обед, ну, чтобы все выспались, пробки рассосались. Завожу автомобиль и еду навстречу. Вот так вот начинается. На самом деле ничего особенного, но чашка кофе и прогулка с Фібі – это must-have моего дня. Тобто їй не потрібна зарядка. С Фібі погуляти от, і прям досить. А мені після цього просто дуже багато спорту є. Да, я, може, не уточнила, але да. Слухай, от хожу. Мені так цікаво, персональний стиліст. Як це взагалі відбувається? От, які люди найчастіше користуються от, таким персональним стилістом? Для чого це потрібно? Пользуются моими услугами люди, которых, ну, обеспеченные люди, у которых нет времени на то, чтобы они не знают, они не хотят это знать, им это неинтересно, им просто нужно выглядеть хорошо, и они пользуются моими услугами, просто чтобы не тратить, как я говорила ранее, время на сборы на работу, на сборы на какие-то мероприятия. Ради экономии времени они нанимают меня, я им пополняю гардероб. У мене є клієнти, які я розвішую понеділок, вторник, середа, четвер, п'ятниця, що ти надіваєш. Слухай, от вони говорять, а мені потрібно сходити на такий-то, на бенкет якийсь там, да. Так? Чи на офіційну зустріч. І все. І от ви з огляду на те, що їм потрібно, підбираєте, так? Щоб це було... Ну, як правило, мої клієнти завжди починаються з розбору гардероба, і я знаю, що у них в гардеробі, тому я можу онлайн проконсультувати і сказати, ну как же, милая, ты же помнишь, у тебя же есть такое платье. Она говорит, а я забыла, а я помню. Це типу як в програмі, да? Це зніміть це негайно. Так? Тобто ти приходиш, спочатку розшвирюєш все, що у них у шафі, поліція потім... Так, точно, да. Слухаю і повинную. Небезпечна така дівчина. Слухай, я знаю, в тебе є така цитата «свідома мода». Що таке свідома мода? Осознанная мода, это для меня, это... Ну, я не могу сказать полностью отказ, но это переход в эру моды с моду с историей, так сказать. Mm-hmm. Если на простом языке, то отходить от масс-маркета, как я его называю, бездушного, фаст-фэшена, есть такое понятие фаст-фэшен, это всякие, не буду сейчас называть бренды, бренды масс-маркета. И уходить в вещи одеваться, которые носят в себе какую-то историю, за которым стоит какой-то либо дизайнер, либо какая-то идея, либо философия. Вот это для меня осознанная мода. И, конечно, часть осознанной моды является, сейчас это очень популярно, ресайклинг и апсайклинг. Вот це що? Це, якщо розшифрувати, ну, простою мовою. Простою мовою ресайклинг – это переработка матеріалів, із которых шьется потом, например, одежда. Вот сейчас все очень культивируют и много говорят о том, что надо перерабатывать пластик, но мало кто говорит о том, что одяг тоже очень много выбрасывают, то, что он некачественный, его мало носят, выбрасывают, это тоже засоряет нашу планету. Есть такое понятие ресайклинг, это когда перерабатывается какая-то вещь, и из нее, из этого сырья шьется что-то новое. А есть понятие апсайклинг, это когда берут условно вещь, разрезают на какие-то детали, и из нее делают новую вещь. Это понятие называется апсайклинг. Вот, это вам просто я разъяснила, потому что очень многие путают ресайклинг и апсайклинг, вот, но это, если так, для общего обозрения. Слухай, ну ти нас, я так дивлюсь на Катюшу, досить непогано вділа. Це ми у ресайклінгу чи апсайклінгу? Чи не те, не те? Ні, ви в апсайклінгі. Ага. Да. Ага, тобто це, я так розумію, що були колись речі, ти їх перепрацювала, перешила, і тепер це нові. Так точно, Максим, все правильно, ты понимаешь. К примеру, на тебе сейчас куртка, так. Косуха кожаная, которая на вид обычная себе косуха, но на самом деле она пошита из двух больших курток винтажных. То есть мы распарываем, делаем выкройки. Да, Катерина, на тебе тоже такая же, но, возможно, ну да, тоже две куртки, 100%. На одну куртку идет всегда две куртки. Вот, мы распарываем, раскраиваем. За счет этого мы идем в ногу со временем апсайклинга. И, конечно же, не убиваем при этом животных.
Вот, на этой ноте. На те, коли так, коли кажуть про животних. Анечка, я правильно розумію, що такий спосіб, це є спосіб економити, зрештою. Якщо, дійсно, в мас-маркеті ми знаємо, що речі доступні, тому багато людей користуються цим. Мало хто собі може дозволити там речі великих дизайнерів, так, чи речі з історією, а от якраз таким методом індивідуального пошиву, так, взяти речі, які вже були використані старі, і пошити з них щось нове, це дуже класно і стиль, і ще й економія. З одної сторони, да. Но масс-маркет, если мы сейчас обращаемся к кожаным изделиям, которые на вас, масс-маркет берет деньги за материал, мы платим за материал, а в нашем случае немножко усложняется процесс, не усложняется, а ценообразование за счет того, что все-таки раскроить куртку из одного пласта кожи – это одно, а раскроить куртку из двух курток, чтобы не были одного материала – это другое. Поэтому мы тоже учитываем это в ценообразовании, но стоимость конкурентоспособная. Угу. Я бы даже сказала немножко ниже. Ну і плюс враховуємо те, що це якби екологічне пошиття. Так, ми не викидаємо дві старі, отримуємо нову. Абсолютно верно. Да, только единственный момент, что у меня свои поставщики, у которых я беру эти большие плащи. Там есть свои нюансы технологические, не буду сейчас вдаваться в подробности. Но да, это философия моего, так сказать, бренда. Ідеологія того, що давайте жити мирно, давайте нікого не валіть, і не давайте, пусть всі животні будуть на своїх місцях, а я якби поработаю над тим, щоб були модненькі, і ніхто не пострадав. А як народився бренд? Родился бренд давненько, не без помощи на то время моего близкого человека, который сейчас уже мне не очень близкий человек. Родилась идея, просто говорит, приходит мне мой молодой человек, на данный момент бывший, говорит, давай из чего-то делать что-то. Давай. Ну и методом проб и ошибок, это было лет 5 назад, мы начали искать швей, мы начали искать куртки, была вначале одна идея, потом вторая, потом третья, потом четвертая, потом ввиду жизненных обстоятельств бренд утих. И в этом году я решила сделать рестарт, потому что, разбирая людям гардероб, я вижу, что не хватает базовой верхней одежды, которую я считаю, это косуха либо бомбер. И я решила сделать рестарт, и, собственно, я бы даже сказала, что в этом году это новый день рождения бренда. Класно, ну, нічого, ми тебе вітаємо з днем народження. Спасибо большое. Слухай, Анечка, от мені завжди здавалося, так, ніби косуха, такі шкіряні речі, вони брутальні, так? Вони більше такі рокерські якісь. А от чи можна виглядати, от, наприклад, для дівчини, так, і елегантно, там, вдягаючи куртку шкіряну, наприклад, там, з підборами, з платтям, от, сукнею? Конечно. Можна міксувати, поєднувати ці стилі? Конечно, конечно, можна. І, опять же, я... Извините за мой микс, но наголошую на том, что косуха – это действительно базовая вещь в гардеробе каждого человека. И есть 100-500 вариаций, и я обязательно, когда чуть освобожусь, сделаю в Инстаграме публикацию «Тысяча и один лук с косухой». Конечно, можно совмещать косуху и с легким летним платьем. Можно оставаться брутальной, надевать все черное, сверху косуху, бандану, да, и пошла играть на гитаре баллады или еще что-то. Куча вариаций. Начиная с лета, ночи лета, заканчивая вот буквально сейчас на секундочку зима. Ну, 1 березня. Ага, точно, с весной вас. Так. О, да. Перший день. І ми тебе вітаємо з весною. Сьогодні, так, до речі, український день кота. Ну, я не буду при Фібі це казати, вона не любить. Не можна називати заборонених стилів. Слухай, розкажи про найнестандартніше замовлення. Саме нестандартне, ну, як я не можу сказати нестандартним, але було у мене, скажімо так, интересный экспириенс. Это даже, я не назову это нестандартным, а это была моя идея. Я пошила косуху для Фиби. Она, к сожалению, осталась в Гэри Мёрке. Класс! Мы сейчас стыла, да? Да.
И есть, да, такая идея продвигать дальше эту всю историю, но пока что хочу сначала, чтобы все люди были упакованы в upcycle кожу, а потом уже вторые люди. А потом брати наші менші. Слухайте, от у мене такий фокус, так? Я от одразу звернула увагу, коли одягала, що на підкладочку, так? Тут скруч макдак, тобто така мультяшна підкладка. А у мене класика. А у тебе класика. Це навмисно? Так. Це навмисно? Да, це одна із ідей. Я називаю це куртки з багатим внутрішнім міром. Угу. Тому що вона включена багато. Слухай. Будь як класно сочетається. Так, так. От, да, извини, я тебе перебила. Я, до речі, просто хотіла сказати, що я Куводу гледіла, тому що я люблю мультики, я завжди просто кажу. І бачиш, і мені от дісталася саме така мультяшна всередині підкладка. Все не просто так. Бачиш, прилипла до мене, до мого внутрішнього стану. Да, я к тому, що, от, опять же, возвращаясь к вопросу о брутальності, ти можеш бути брутальною, можеш вибрати собі пошити косуку хоч всю із железа, там, якісь фурнітуру, но при этом ти можеш бути... Це те, що ти десь собі от у закромах душі так залишаєш своє щось власне. Так точно. Да, да. Ну прямо ну філософія дійсно така. Да. От я просто мені би хотілося, щоб да, було от тут от таке все темне, брунальне, а потім такий чоловік знімає, і тут показується характер чоловіка, собственно. Слухай, розкажи, як в пандемію наскільки важко розвивати бренд? Скажу чесно, в пандемію був во вторую волну, був наоборот рывок. Я не знаю, як це вийшло, але я якраз перевистрілила, зробила рестарт іменно во время второго карантина. Я вот как-то так получилось. Мне кажется, да, есть какие-то обстоятельства, которые усложняют там твою деятельность, но когда ты что-то делаешь от души, и тебе и это твоя идея, ты ей горишь, мне кажется, никакие пандемии, никакие горы, моря тебе нічого не завадить, так, втілювати. Тебе нічого не должно, ну, не то, що не должно, тебе просто це не мешає. У тебе є проблема, у тебе є рішення. Коли вот така історія, як з пандемією, твої проблеми чуть-чуть більше. І ти приймаєш рішення чуть-чуть довше. І ти як-то викручуєшся. Да, ну, нелегко, но я не хочу жаловаться. Зачем? Ну, є свої нюанси, звісно, но поки так. Викручуюсь. Ну от взагалі клієнтів складно шукати? Багато охочих людей там замовляти шкіряні речі, наприклад, так? Зараз взагалі ну, людям так, ну, в період так складний життя, там, їм дуже потрібен персональний стиліст. Потребують вони зараз цього? А ви знаєте, так. Несмотря на то, что все там homework перешли в эту всю историю, тем не менее, сейчас же все это раскачивается. И есть такой нюанс, ну как нюанс, а другая сторона медали. Те бизнесмены или там люди, которые там что-то там делают, они переходят в онлайн. А в онлайне тоже надо быть красивеньким. Накрашено, красивенько, да. Навіть для того, чтобы онлайн вимкнутися, потрібно виглядати конечно, в препараті, так? Конечно. Что касается кожаных изделий, клиенты есть, потому что, опять же, наверное, понимают, что это базовая вещь, которая проживет у них долго. И так как мы сейчас стартуем, соответственно, ценообразование у нас мы пытаемся набить клиентскую базу, так сказать, она конкурентоспособная, и клиенты есть. И в продолжение моей темы к тому, что когда ты горишь, и ты хочешь донести это людям, люди как-то, как дельфины, слышат это на каких-то частотах, и вот так появляются клиенты. Я не знаю, это какая-то метафизика, может быть, я не очень сильно верю в эти истории, но все-таки что-то есть. Когда ты горишь, так, что-то хочешь, оно получается. Ну, ты знаешь, мне кажется, людям, ну, кожна людина хоче вдягатися у речі, які не просто класні, стильні, а ще й енергетично заряджені. Ну, це відчувається. Дійсно, коли речі зроблені від душі, так, ти із любов'ю. Права на 110%. Я думаю, що це також багато вирішує у цьому. Это правда. Я когда вижу клиентов, которым отшила лично косу,
Можливо, хтось навіть впевненішим стає, вдягнувши твою річ, так? Определенно точно, да. І я вижу, когда они счастливые, у них горят глаза, я аж сама прыгаю, как будто бы, не знаю, мне косуху подарили. И у меня был клиент, который, ну, у него нестандартная фигура, он говорит, не могу себе найти косуху, хочу очень, не могу найти. Я говорю, ну, у меня есть складские, но они тебе не подходят, я вижу. Говорю, давай я тебе пошью. И я пошила по его меркам, и он мне сам сказал, мне очень понравилось, что он мне сам сказал, мне так нравится, что она из нескольких частей, что она неровная, вот видишь, да, как у тебя, вот тут шов, то есть вот тут вот было две куртки, вот, сшито. И говорит, мне так это понравилось, и мне понравилось, что ему понравилась моя идея, что он на моей, ну, на моей, клиент на моей волне, мой клиент меня найдет. Вот так вот. Такий собі коннект з клієнтами. Да, да. Це клієнт, який не любить, щоб все було гладко так, одноманітно, він любить поєдно. Так? Да. Слухай, розкажи от і нам, загалом, і нашим телеглядачам, деякі поради, такі, знаєш, лайфхаки від персонального стиліста, як виглядати кльово, сучасно, модно. На самом деле, у меня секрет простой. Я сейчас опубликую его, конечно, но обычно это я клиентам говорю. Чтобы выглядеть, первое, что хочу сказать, стиль живет в деталях. То есть я топлю за аксессуары, вот на примере моей собаки и на примере, допустим, я кашу под свою собаку. Это первое, что хочу сказать, что, чтобы быть в тренде, ну не в тренде, а чтобы чувствовать себя стильно, хорошо, классно. Просто нужно выбрать какой-то свой маленький конёчек, так сказать. Может, это могут быть сережки, ну, то, что вы любите. Это какие-то аксессуары, постоянно его можно носить, да, изменивать, так? Но это будет твоя власна фишечка. Да. Но я топлю, опять же, так как вот тема ресайклинга, апсайклинга, осознанной моды, гардероба осознанного гардероба, я топлю за идею базового гардероба. То есть, чтобы выглядеть стильно, во-первых, самое главное, нужно внутри чувствовать себя комфортно, сбалансированно и гармонично. А дальше это белая футболка, джинсы, косуха, кроссовки, и ты готов. Или казаки, и ты готов. Як? Казаки. Ну, сапоги такие. Козаки? Казаки. Козаки. Казаки? Ну, хорошо, сапоги на каблуке, назовем это так. Так, друзі, у нас у студії сьогодні Анна Аралова, персональний стиліст, і, до речі, Фібі. Фібі, подивися, ну, це помічник Ані. Натхнення. Ну, а ми сьогодні вдягнені за тим, як вирішила Аня. Ну, я думаю, вам подобається. В Україні діджиталізація, а на нашому YouTube-каналі актуалізація. Актуальні новини, цікаві інтернет-тренди і просто класний настрій. Підписуйтесь. А щоб усім цим скористатися, щоб бачити нас більше, тисніть дзвіночок і буде вам щастя назавжди. We'll be right back.